наш вид спорта, он, мне кажется, все время развивается, и сколько людей не стараются привлечь детей, там, каких-то взрослых, богатых людей, чтобы они пришли и занимались этим чудесным видом спорта. Ну, нужен еще, видимо, большой толчок, еще больше говорить об этом. Наша задача об этом заявлять и утверждать, чтобы такие соревнования, они проходили, чтобы гребля была на всех экранах страны, чтобы люди, когда видели весло, они понимали, что это гребля. Если весло с двумя лопатками, что это на байдарках, с одной лопаткой, на каноэ, с длинными веслами, академическая гребля. Чтобы люди разбирались в этом. Бывает такое, что спросишь, спросишь человека, ты знаешь, где грибной канал? Грибной? Там грибы собирают? Ну, то есть это в голове не укладывается. Как человек вообще может, так, живя в Москве, зная, что тут есть спортивный объект, и что можно привести своего ребенка в секцию, сказать, вот, нате вам моего сыночка, вырастите из него спортсмена.